Президент Алмазбек Атамбаев сегодня внес кандидатуры для избрания членами Центральной комиссии по выборам и проведению референдума. Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, глава государства в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 64 Конституции внес для избрания членами ЦИК следующие кандидатуры: Алмаз Асаналиев, Гульнара Баатырова, Бахтияр Кадыров, Нурджан Шайлаубекова. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша представил предложение по изменению структуры правительства. Премьер-министр предложил следующие изменения: создать Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования на базе Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, расширить функции Министерства сельского хозяйства и мелиорации дополнительными функциями развития пищевой промышленности, создать Государственный комитет информационных технологий и связи на базе Госагентства связи и Центра электронного управления, реорганизовать и сократить функции Министерства экономики, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственной регистрационной службы, Агентства по геологии и минеральным ресурсам, расширить функции Государственной инспекции по экологической и технической безопасности путем добавления функций по контролю за использованием недр. Глава правительства отметил, что вносимые изменения в структуру исполнительной ветви власти не предполагают увеличения штатной численности и дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Сегодня в Ошском управлении социального развития состоялась презентация общественной приемной Министерства труда и соцразвития. Теперь жители Ошской области смогут напрямую обратиться как к главе, так и к специалистам ведомства через видеоконференц-связь, которая будет проходить еженедельно по вторникам с 9 до 10 утра. Общественные приемные созданы с целью совершенствования системы постоянного и прямого общения с жителями отдаленных районов, а также для содействия решению наболевших проблем, расширения правовых возможностей уязвимых групп населения. По данным Минсоцразвития, за прошлый год поступило 1309 письменных заявлений. Основные вопросы, по которым обращались граждане, это пособия, льготы и определение группы инвалидности. Граждане города Ош могут обратиться именно через это управление социального развития города Ош или же через управление социального развития, которое находится вблизи города Ош, то есть район, это может быть районное управление социального развития Узгенского района, Карасуйского района, Аравонского района, то есть близлежащие районы могут обратиться и напрямую они могут обратиться к министру. Сразу даются оперативные консультации или же напрямую можно сразу же дать поручение руководителям районных управлений социального развития, как дальше работать с этими гражданами. Государственный комитет национальной безопасности 10 июня в ходе оперативных мероприятий по выявлению и пресечению каналов нелегальной переброски рекрутов международных террористических организаций в зону боевых действий в Сирии в Бишкеке установил и задержал двух граждан. По данным ГКНБ, установлено, что они, находясь в официальном розыске в одной из соседних республик, в феврале 2016 года незаконно пересекли государственную границу Кыргызстана. Следственными органами ГКНБ в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГСБ. Установлено, что частный предприниматель без наличия соответствующей лицензии осуществлял незаконную деятельность по установке трансформаторов, линий электропередач, опор, а также занимался поставкой электротоваров. В результате незаконной деятельности он получил доход на общую сумму 1 318 000 сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.